Суббота для спортивного журналиста не всегда выходной день, а для увлеченного спортивного журналиста суббота всегда забита под завязку. Например, игра «Что, где, когда». Почему не поучаствовать? Здесь все, чьи заметки вы читаете в газетах, чьи сюжеты смотрите по телевизору, чьи комментарии звучат в ваших наушниках. Команда «Чемпионат.ком» не отставала от других. Ее лидер и капитан Александр Шмурнов не очень доволен результатами, но доволен работой в коллективе. Мы уже начали находить свой ритм. Я получаю удовольствие от того, как команда строится, но этот процесс только начинается. Первый раунд мы можем сказать относительно того, что мы должны делать, мы проиграли. Сыграли на 50%. Ведущий данного действия Максим Поташов считает, что результат игры в данной ситуации не столь важен. Команду Шмурнова он оценил как очень интересную. Ну, в этой команде есть несколько очень хороших игроков, поэтому этот уровень этой команды заведомо высок, она почти всегда борется за победу. Трехкратный обладатель «Хрустальной совы» вел игру со свойственным ему чувством юмора, не упуская возможности улыбнуться над ответами соперников и повеселить других. Ответ одной из команд, что хранится в нулевом кармашке жилетки Вассермана, вызвал наиболее бурную реакцию. Не могу не зачитать ответ данной одной из команд на вопрос по поводу нулевого кармана Вассермана. Там находится девственность по имени. Как обычно, на формулировку ответа отводилась одна минута. И звезды отечественной журналистики вели себя совершенно непринужденно. Они были целиком в игре. Заметное оживление вызвал и вопрос про Андрея Аршавина. Наверняка здесь процент правильных ответов был самым высоким. Хотя мнения по вопросам и ответам могли расходиться, но в одном и магистр игры Поташов, и магистр журналистики Шмурнов сошлись. Интересно посмотреть за игровым столом на команду футболистов. Мы все время считаем, что футболисты очень глупые. Это неправда. Это неправда. Среди них можно было бы найти достаточно интеллектуалов. Того же Булыкина, например. Мне кажется, жаль, что они не играют. И это хорошая идея. Мы обязательно предложим футбольный какой-нибудь, ну, вот сейчас будет межсезонье, собрать футбольную команду из представителей, не знаю, разных. Ну, когда они все из Таиланда вернутся. На самом деле, были уже эксперименты с игрой футболистов, что где когда. У них получается неплохо, у многих. После интеллектуальных баталий журналисты-знатоки отправились на работу. Сегодня футбольный тур, последний в этом году.